Деревянные рамочки с бумажным дном. Кто догадывается, почему дно бумажное у нас? Все так говорят. Потому что постель должна дышать с двух сторон. Не только сверху, а и снизу, когда я буду сушить печки. Поэтому дно бумажное. Но после все постели, захватаем ее туда вверх. Да, там дырка есть. А, дырка есть тебе в голове, Ваня. Сушильная камера называется. У нас две камеры, вот здесь тоже одна. А почему две? Ну там же воздух туда-сюда гуляет, да, вдув идет, и постела сохнет. Ну да, гуляешь ты у нас по ночам. Я тебе другое слово. Воздух ц-ц-ц-ц-ц. Циркулирует. Ну, знаешь, образование. Конечно, циркулирует. 12 часов в печке. Здесь